да. вокзал. Да. Наша нога ступила на землю Швеции. Да. Это не земля, это плитка. Неважно, неважно, неважно. Сюда мы вернемся. А пока можем пойти левым путем, вон туда, где якорь. Покажем якорь. И направо можем пойти к метро. Левым путем я обратно хожу, потому что там не так интересно смотреть. А потом там ближе. А зато ближе немножко. А здесь зато дома можно посмотреть сразу шведские, ну, интереснее. И там более, тем более там есть такие интересные скалы живописные. Вот, и теперь подойдем сюда поближе, к этому якорю. Обращаем внимание, что на нашем вокзале, железнодорожном, нет якоря. Я требую такой же якорь поставить. Ну, якорь ну, это хорошо. Морской символ. Ну, хорошо, если не якорь, то хотя бы паровоз, да. Теплушку, допустим, депортация. Теплушка стоит в Тернекаусе. Могли бы поставить, места хватает. Ну и все. И дети могли бы кататься. Вот они в Риге, вот они в России. Да, дайте в машине. Там машина хочет проехать. Машина хочет? Якорь очень замечательный тем, что мы на нем хорошо фоткаться и потом всем указывать. Я был у якоря. Всем сразу понятно. Где я?